Мне кажется, прежде всего нужно поклониться всем тем, кто занимается поисковой работой. На мой взгляд, это принципиально важно, ведь у нас сотни тысяч непохороненных солдат. Вот на Сталинградской земле сотни тысяч непохороненных солдат. И поэтому нужно, конечно же, отдать дань уважения всем тем, кто пытается вот поднять этих бойцов и захоронить в соответствии с нашими обычаями, традициями, по христианским обычаям. И мне отрадно отметить, что в этой работе принимает активное участие наш отряд, поисковый отряд «Безымянная высота», который состоит из бывших сотрудников полиции, из действующих сотрудников полиции. В основном это сотрудники ГАИ. Удивительные люди. Я вот с ними столкнулся, соприкасаюсь, выезжал вместе с ними на раскопки, и где поднимали бойцов. Удивительное впечатление, чувство удивительное. И вспоминаю, что у каждого из нас, у меня в частности, два дедушки остались на войне, они неизвестно где похоронены. Вот, по сути, это дата касается всех семей, наверное, живущих на территории бывшего Советского Союза. Очень важный день, и я бы хотел подчеркнуть, что вот эту работу нужно вести еще с большими усилиями, наращивать усилия и отмечать вот этих скромных людей, которые в счет личного времени, за счет собственных средств едут, поднимают бойцов и придают их земле.